Здорово, ребят, я продолжаю проходить игру Принц Персии Два Трона. Это уже 11-й выпуск. И я так чувствую, что сегодня нам придется немножко поломать голову. Давайте начинать. То есть мы приближаемся к тому этапу прохождения игры, когда нам надо сейчас будет поворачивать просто тонну самых разных рычагов, механизмов. Ломать голову над тем, в какой последовательности правильно это делать, какой нет. В общем, сейчас будет непросто, скажу я вам. Так, убиваем этого чела. Кстати, а ведь действительно, нафиг их тут всех убивать. Я вот только сейчас до этого дошел, что, блин, да, с одной стороны, вот там вдалеке я вижу сундучок. Можно было бы ради сундучка все тут расчистить. Ну а так-то можно вот прямо сейчас просто проходить дальше. Опа-опа-опа-опа! Чел, ты куда? Ты-то что тут собрался делать? Блин, самое главное хотя бы этого чувака убить, пока он портал не закрыл. Все, ладно. Убили. Ну и так уж и быть, ради сундучка. Там наверху сундук. Да и вдруг нам дадут какой-нибудь шестой, то бишь последний песчаный резервуар. Или как-то так. Так, блин, где же там последний-то? Как до них добраться? Так уж и быть. Попробуем со всеми здесь разделаться. Чё за фигня? Что это? Я чё, не туда куда-то пошел? Блин, ребят, я не туда, походу. Мне уже это не нравится. Уже какой-то мозговый нос начинается. А, все настолько просто. Все не так уж и просто. Как видите. Спасибо, что разбил нам сундук. Бро, ты сделал всю работу. Вы получили резервуар с песком. Как там? Опять какие-то баги с освещением. И, ребят, сейчас начнется самое, пожалуй, сложное. Главное протиснуться. О, фонтанчик. Нам дают возможность сохраниться перед каким-то трэшом. В следующий раз я продолжу мою историю отсюда. Блин, никак, даже песка нету. У меня так-то, по идее, сейчас разблокированы все резервуары с песком. В горящем здании, из которого ему не выбраться. Как жаль. Вот видишь, это ловушка. Теперь понимаешь, что случается, когда помогаешь другим? Ты умираешь. Он запер нас здесь. Мы сгорим. Помогите нам, пожалуйста. Помогите, помогите. Сюда, сюда. Пожалуйста, выпустите нас. Отец мой, направь меня. Придай мне сил. Куда же ты ушел? Отец ушел. Минутку. Вот оно! Где механизм, управляющий конвейерами? Быстрее, у нас мало времени! Над нами, но лестница сгорела. Вам до них не добраться. Ребят, начинается. Наша задача сейчас при помощи механизмов вот эту огромную статую отца принца передвинуть сюда, чтобы она пробила ворота. И да, я так и не договорил. Смотрите, нам так-то, по идее, сейчас доступны все 6 резервуаров с песком. Но тут, как обычно, все забаговалось. И как будто нам целых 2 резервуара недоступны. Но на самом деле доступны всем.
Давайте проверим, запись идет. Идет. Так, ладно. Заходим в игру. И начинаем. С чего бы начать? Куда нам? Наверное, сюда. Нет. Может быть, вот так? А, нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Все, я понял. Сюда, по-любому. Да что ж такое-то? А, все, вижу. Куда дальше? Что за чертовщина? Блин, нам что, опять туда, что ли? Чего это? А, все, кажется, понял. Интересно, что ему помешало. Что-то я не разглядел. Ну не может же быть все так просто. По-любому сейчас что-то врежусь. Так и есть. Постоянно какой-то баг происходит, когда спускаешься с лестницы. Что-то нормально он каждый раз не спускается. Почему-то. Во. Чё это? Ну, кстати, в принципе, все довольно просто. Помню, в детстве, конечно, я парился жестко на этом моменте. Как обычно, впрочем, я на каждом моменте этой игры парился. Но так-то... Ну, вроде ничего такого суперсложного. Уже почти все.
Это, наверное, я зря сделал. По-любому. В принципе, это почти все. Мне кажется, что файты с боссами как-то поинтереснее, чем эти головоломки. Сложно и то, и другое, но здесь как-то скучно. А во время файта все-таки происходит хоть что-то на экране динамичное, эпичное. И, соответственно, не так уж и скучновато всем этим заниматься. В принципе, все. Последний раз сейчас дернуть рычаг. Точнее, механизм, а не рычаг. И готово. Мне даже интересно, за сколько времени я это сделал. Стоп! Скажи, когда у тебя будет время, чтобы слушать дальше? Воу! Уже 16 минут снимаю. Кстати говоря. Слушайте, и я скажу вам, это принц Персии. Принц? Не может быть. Он вернулся к нам. Я рад, что вы в безопасности. В следующий раз мне продолжить. Хорошо. Это удачное место, чтобы продолжить свою историю. Думаю, ты слишком далеко заходишь в желании стать героем. Ты уже спас горожан. Неужели файт со вторым, с третьими боссами уже намечается, уже на носу? Что-то я не помню. Файт с третьими боссами прям сразу после вот этого механизма будет. Ну, то есть, понятное дело, что сейчас скачки на колеснице, но... Неужели после этих скачек сразу файт с боссами? С третьими в игре. Неужели это так? Что-то подзабыл я немножко. Но чуйка подсказывает, что да, так оно и есть. По ходу дела, вот именно сейчас будет файт с боссами. А, чёрт. С третьими в игре. То есть, как бы, это вроде бы третий босс, но их сразу двое. Братья-близнецы. Да, так и есть, по-любому. Вот он, один из близнецов. И, по ходу дела, сейчас будет файт с боссами. С третьими. Ну, как бы, третий и четвертый сразу. А уже потом... останется только визирь. Всех его приспешников в итоге мы уничтожим. И останется только он. Так, вон этот братишка-близнец. Что-то врезался, по-моему, по звукам. Оу, щит! Что-то я не заметил этого парнишку. Ну-ка, друг, давай на выход. Я забыл, что тут кликать мышкой надо постоянно. Да что у тебя? Это последний песок. Вообще-то. Оу, щит! Надо быть бдительным. У меня больше песков нету. И аккуратным. О, вот этот чел. Ну все, файт с боссами. Ребята, офигеть можно. После такого сложного этапа с вот этим механизмом нам предлагают не менее сложный этап прохождения этой игры.
очередные боссы. Ну хорошо, признаюсь, я этого не ожидал. И их сразу двое. Братишки-близнецы. Я забыл, по-моему, надо бить только того, который с мечом, да? Типа... Опа! Блин! У меня нет песков, и меня тут же... Нифига себе. Какие агрессивные. Опа-опа-опа! Твою налево. Да, надо бить, короче, того, который с мечом. Потом уворачиваешься от этого с топором и бьешь его. Сконцентрируйся на том, что с мечом. Да, вот нам даже темный принц подсказывает это. Да и к тому чуваку с топором даже не подобраться. Смотрите, как он нас откидывает жестко. Опа! Так, уворачиваемся. И пока у него застрял топор, надо бить вот этого чела. Опа! Уворачиваемся еще и от того. Капец, ни песков, ни здоровья, ни меча. У меня только кинжальчик. От которого толку ноль. Ну, не то чтобы ноль, смотрите, я их почти победил уже. Так-то. Главное не умереть. Я не хочу заново проходить вот эти скачки. На колеснице. Выбрала подходящий момент для возвращения. Спасибо. И просто повезло. Нам надо идти, пока другие не подоспели. Что ж, ребят, это было крайне легко. Реально за минуты две прошел. Я всегда на страже. Беги! С ума сойти. Слава принцу Персии! Величайший герой на свете! Ты спас жителей этого города! И мы пришли вернуть долг! Вам не убить этих тварей! Но мы можем их замедлить! Вперед, принц! Найди визиря и убей его, чтобы этот кошмар наконец закончился! Я тебя скоро найду. Мне нужно придумать, как открыть эту дверь. Кажется, темный принц нам подскажет. А как же предложить сохраниться? После всего того, что мы пережили, то есть это гребаные механизмы, вот этот большой один механизм, скажем так. Это скачки на колеснице. Это вот эти боссы-близнецы.
Да мы просто обязаны сейчас взять и сохраниться. Где можно это сделать? А как открыть дверь? А, она вроде сама откроется, да. После битвы. Ну и все. Сохранялок я не вижу. Но думаю, что они где-то неподалеку. А, все, я уже вижу, что сейчас мы превратимся в обычного принца. Это превращение было недолгим. Блин, за всю игру мы всего 10 раз превратимся в темного принца. Я раньше подсчитывал, да? И тут, кстати, очень немало вот таких вот мимолетных каких-то превращений, когда мы немножко за него поиграем, и все, и харе. Так, мы оттуда, по-моему, пришли. А вот и сохранялочка. Ребят, спасибо за просмотр, с вами был Зак. Продолжать отсюда, в следующий раз я... И кодовое слово будет... Братья-близнецы. Дай мы только знать, что их победили. И ролик получился... он получился длиннее всех остальных. 26 минут. Но, тем не менее. Спасибо за просмотр. Пока. Надеюсь, вы поставили лайк. И увидимся в дальнейшем. Peace.